Здорово, народ, с вами снова я, Макс, и сегодня речь пойдет о такой поделке, как кормушка. Очередная поделка в детский садик, так сказать, забота о братьях наших меньших, там, о птичках. Таких поделок очень много, ничего нового и сверх-супер-крутого я не буду сегодня делать, так что все, в принципе, банально и просто. Так как я помогаю детскому садику, меня им я и сделал в подарок эту кормушку. Задумка, конечно, была у меня немного не такая, как получилось. Спишем это на такой фактор, как типа ожидание и реальность. Хотел я сделать кормушку в виде домика Бабы-Яги, но сроки подачи и поделки поджимали. То есть мне надо было это сделать до следующего дня. А так как я приступил только после работы, ваял я эту поделку за вечер. Кормушка у меня получилась в виде сруба, в таком старинном стиле, с дранкой на крыше. Особо сильно я не стал заморачивать, клеил я это все на термоклей из пистолета, так как столярный клей сох бы сутки, и я, наверное, бы не успел просто отдать поделку эту. Кстати, на домик можно было бы добавить пару декоративных элементов. Я хотел воткнуть туда мох, такие вот прям вот кусками положить мох, чтобы он более старо так выглядел. И гнездо с птичками. Лучше бы лучше смотрелось. Но так как был уже вечер, особо ничего не купишь под вечер. Да и где искать, я сейчас даже не затрудняюсь на это ответить. В принципе, рассказывать особо тут нечего. Вы все сами увидите в ролике. Могу пожелать что только творческих успехов всем. Ну и удачи. Смотрите. Всем спасибо и пока.